Смоленский бульвар 3-5 в стране 1А. Сейчас покажу самый ужасный подвал в районе Хамовники. Так, здесь уже невозможно дышать, потому что много лет как засор канализации. Сотрудники не могут понять, как здесь ее прочищать. Как видим, вот валяются прокладки. Здесь все кишит насекомыми. И вот, пожалуйста, как они подбираются к тепловому пункту, как налаживают. То есть самим не противно, это здесь невыносимо находиться. Вот когда-то здесь была плитка, а теперь здесь, ну не знаю, исток реки Амазонка. Я боюсь, что здесь где-то даже пару крокодилов живет. Это центр города, прям на Садовом кольце, Москва.